громко кричим с днем рождения три раза. Готовы? Раз, два, три! С днем рождения! С днем рождения! Девчонки, а вы готовы сегодня веселиться? Да! А танцевать готовы? Да! А играть в веселые игры готовы? Да! Опускается, это значит, мы должны превратиться в ледышки, мы должны остановиться и не двигаться вообще, иначе нас ледяные монстры заметят. А когда ледяное небо в туман превратится, тогда мы должны вот так вот присесть и справиться с домиком. Вы точно запомнили? Да! Не запутайтесь, справитесь? Да! Тогда давайте, небо поднимается! И пошли вас, монстры ледяные, проверять, точно ли вы замерли. Отлично, небо поднимается. И опускается. Вроде стоит. И небо в туман превращается. Отлично. Сейчас я тебя заморожу. Эльза.
Ничего. Так, ну что, все сели? Так, ребята, мне, к сожалению, пора. Сказал, что он так переел много конфет, что у него живот уже закрутил. Мне пора Олафу помочь, представляете? Так, Василиса, а я тебя еще раз поздравляю. Подарок на день рождения. Давай с тобой обнимемся. Давай с тобой обнимемся, Василиса.